Далее вести от лидеров молодежной хоккейной лиги. Челнинцы провели два матча за границей. В казахстанском Усть-Каменогорске они встречались с местным Алтаем. В истории команд это была первая очная встреча. К середине первой игры челнинцам удалось довести счет до неприличного 0-3. Но тут хозяева ответили голом престижа. В третьем периоде клуб «Челны» укрепил позиции. 4-1 в нашу пользу. Выиграв первые встречи, уступили во второй. Несколько часов назад хозяева взяли реванш, победив со счетом 4-2. Тем не менее, набранные в первый день 3 очка позволили челнинцам остаться на первой строчке турнирной таблицы. На очереди домашние игры 28 и 29 октября в Ледовом дворце спорта принимаем «Комету» из Самары.